То, что эта команда, вот как раз сейчас состав этого коллектива, тренер, главный тренер Георгий Аспарцокас, что мы здесь оказались не просто так. Мы должны были быть здесь, мы здесь оказались. То есть волнение закончилось. И вот смотрим на стартовые составы. Да, Хоаким Колом, Тайлер Локит, Евгений Колесников, Мелвин Эджем, Стефан Ласме в составе команды Уникса, главный тренер Дмитрий Сприфтис Уникса, Алексей Швед, Вячеслав Зайцев, Тайлер Ханика, Тентин Гиллы, Малкольм Томас. Состав Химок. Отмечаем опять же Вячеслава Зайцева, который на задней линии выходит вместе с Алексеем Шведом. Но Георгий Аспарцок в этом сезоне какую только стартовую пятерку не попробовал, каких только партнеров по команде Алексею Шведу он с первых минут не предлагал. И вот так получается, что вместе с Зайцевым внутри чемпионата Лиги ВТБ очень хорошо смотрится защита, качественно смотрится атака. Плюс Зайцев сумел нанести какой-то такой небольшой психологический урон одному из самых сильных игроков Локомотива Дмитрию Кулагину. Да, несмотря на то, что зачастую оказывались Дмитрий Кулагин и Алексей Швед в игре друг против друга, но Вячеслав Зайцев показал, что он имеет полное право начинать в старте в составе Химок и в полуфинальном матче Единой Лиги ВТБ. Вот, Никита, скажи, пожалуйста, почему вот есть вот это вот ощущение? Мы весь год смотрели на Химки, которые без Алексея Шведа атаковали не очень качественно. И когда его не было на площадке, и когда он там выключался из игры, когда там его выключали из игры, сдваивание, например, в итоге там иногда нужно было атаковать 4 на 4, 4 на 3. И Химки были не очень хороши в созидании, даже имея небольшое численное преимущество на площадке. Почему это изменилось в серии с Локомотивом? Почему так хорошо провели остальные игроки Химок эту серию перед финалом 4? Очень долго обсуждали с коллегами мы перед этим матчем преобразование игры химчан. Смотрите снова, хорошая передача в угол в исполнении Алексея Шведа. Довольно свободный бросок в исполнении Гила. Он уже показал, как умеет реализовывать трехочковый, сейчас не попал. Но это не это важно. Перестали Химки делить мяч. То есть вот раньше ощущение создавалось, что есть Алексей Швед, который атакует и должен атаковать. А вот на всех остальных такое ощущение, что мяча как-то не достается. Не хватает его. И вот здесь нашли они вот ту золотую середину, при которой игра лидера, она сверхважна. Но при этом есть такая серьезная, концентрированная атака со стороны каждого игрока подмосковного клуба. Да, мы нисколько не сомневаемся в том, что Алексей Швед как раз лучший созидатель. Он лучше всех создает в этой команде моменты как для себя, так и для партнера. И вот уже один хороший бросок трехочковый он придумал, пусть даже он не был реализован. Сам он через руки Хоакима Колома и Евгения Колесникова не забил. И вот отличный момент в исполнении Колома, который залез по чужое кольцо и набрал первые два очка своей команды. Швед тут же с Томасом, сам со средней бросает, и свистка нет. А атака Химок продолжается, новые 14 секунд получают игроки подмосковной команды. Снова такая двоечка с Томасом. Швед ищет варианты, чтобы на Томаса внутрь. Хорошая передача, но защищается под кольцом здорово Стефан Ласме. Вячеслав Зайцев, свободен совершенно Ханика. Бум, первая трёха. Да, все-таки вот эта борьба за мяч вынудила сместиться всех баскетболистов Уникса в трехсекундную зону и оставить Ханика от одного на дуге, который реализовал то, что должен был сделать. Бросок свободный с дуги. Мы много раз говорили, что если ты себя считаешь снайпером, то свободные броски ты обязан реализовывать процентов под 80. Но, отмечаю уже, как Колом начал, такое ощущение, что нету давление на результат. Он владеет мячом, он разыгрывает, он идет в зону таким образом, что я все вижу, все контролирую. Я в любой момент могу взорваться на полную скорость. Примерно так, как он сейчас ушел от Вячеслава Зайцева. Как здорово посадил как раз Зайцев он себе практически на спину. Вячеслав работал до последнего, судьи фол не зафиксировали. К счастью для атакующего защитника Химок. И очередная атака через Алексея Шведа лезет под Колесникова. Вау, какой мяч! Да, любит. Казалось бы, в очередной раз выдавили Алексея Шведа в левую сторону, но он уже за этот сезон привык, что его направляют именно вот сюда, вот в эту сторону трехсекундной зоны. И вот это умение у него выбросить из-под руки в самый последний момент правой рукой, казалось бы, ближней рукой к защитнику, но все мастер знают, и никто не может противодействовать. Мастер. Знаете, дорогие зрители, как-то вот Алексей Швед принимал участие в одной как раз из программ Никиты Загдая и говорил про то, каким элементом лучше всего владеть игроку, который вот занимается тем, чем он занимается. Он говорит, вам нужен хороший первый шаг. И когда он начал это показывать, он говорит, берете и делаете первый шаг.
То есть ему-то легко сказать, он у него есть, но у него один из самых быстрых первых шагов в Европе. Взял просто и ушел с места, да, я понимаю. Ну, примерно как сейчас Джим ушел от Вячеслава Зайцева. Тот не стал дожидаться, как там дальше будут развиваться события, смогут помочь ему партнеры по команде или нет. Попытался остановить корпусом дальнейшее продвижение Джима в сторону кольца. Выходит на получение мяча сейчас и ищет вариант для своего броска Колесников. Вариантов такого не было. Ласме, хороший первый шаг, отличная работа ногами. Уже вроде бы как возрастной игрок, уже много всем все доказал, но какой по-прежнему феноменальный атлет. И Малкольма Томаса почти как стоячего объехал. И вот здесь сразу ощущение, как будто бы Химки пытаются играть более плотно по периметру, не дают тем самым разбросаться сопернику. И все-таки надеются на то, чтобы справляться в защите один в один. Отсюда вот это количество проходов или персональных замечаний со стороны подмосковного клуба. Ханикат выходит на бросок. Исполнять не стал. Против него был Трентон Локет. И 1-1 опять швед против Колесникова. Опять этот феноменальный первый шаг. Но какой блокшот от Стефана Ласме! Что спасти, похоже, Колесникову не удается. Но это супер момент от Ласме. Мы определенно поставим галочку и запомним. Да, очень высоко накрыл. И максимально мягко пытался накрывать. То есть не по-волейбольному куда-то там выбить мяч на трибуну, а еще... Ветеран. Да, пытался еще сохранить этот мяч для своей команды. Потому что ему уже вот эти вот хайлайты, вот эти яркие моменты, они ему уже не так нужны, как нужны были, когда ему было там 20 лет, да, там 25. Я думаю, что ты, Никита, сам может о своей карьере то же самое сказать, да. Там вначале как классно во второй ряд выбить блокшот, а потом уже можно и аккуратненько. Да, еще закричать мяч. Так, типа, вот, смотри, как я умею. Алексей Швед атакует издалека. Гил первый на подборе. Хотел только что сказать, что химчане очень агрессивно вообще по сезону играют на подборе на чужом щите. И то, как удастся Униксу остановить вот эту борьбу на своем щите, не дать подмосковному клубу подбирать, будет зависеть успех казанцев. О, какой бросок в исполнении Хоаким Колома. Не попадает он под сопротивлением Чарльза Дженкинса. Достаточно раннюю замену провернул Барцокас. Убрал Зайцева и поставил Дженкинса, потому что ему не нравилось, как Зайцев против Колома защищался. Колесников три из угла. Туда! И разница в счете теперь уже в пользу Уникса. 7-6. Там показывают реакцию двух греческих тренеров. Ну да, абсолютно необязательная ошибка у химчан. И тут же есть возможность довести до свободного игрока. И здесь даже не было подстраховки. Никто не ожидал, что просто кто-то такую передачу, кроме Алексея Шведа, может сделать внутри команды Химок. А вот как показалась серия с Локомотивом, могут находиться такие игроки. Первый шаг у него быстрый не только с мячом, но и без мяча. А значит, защитнику, как только Алексей избавился от владения, надо сразу же разрывать дистанцию и контролировать и мяч, и защитника. Важнейший момент сейчас для защиты Химок, пока она работает своим стандартным сочетанием. Меняемся все на всех, как говорил об этом и главный тренер как раз Димитрий Сприфтис во время своего общения с командой. Вот выходит Джамар Смит под номером 15. Вот это такой вот главный X-фактор. Игрок, который может выиграть тебе матч в одиночку, если у него будет хороший день. О, как два раза. Хорошо, Алексей Швед перевел мяч перед собой. Сначала все руки направо, потом обратно. Тем самым просто заморозил защитника на месте. И уже дальше решал ситуацию, как ему удобно. Да, какой-то просто удивительный момент. Потрясающая работа в исполнении Алексея Шведа. Ну а по поводу Джамара Смита. Он в одиночку, опять же, только еще год назад выиграл для своей команды, для Уникахи, выиграл Еврокубок. В почти безнадежной ситуации, просто дожав очень сильную команду Валенсии. Как раз вот в финале две испанские команды второго по значимости турнира там встречались. И Джамар Смит стал героем. Естественно, после этого сразу попал на карандаш ко всем топовым командам Европы. Трентон Локет после хорошего перехвата. Там опять Стефан Ласме был в центре внимания. И Уникс, пусть даже пока проигрывает подбор, и пусть пока не вправляются с Алексеем Шведом с его первым шагом, но агрессивно работают и отстают пока всего на одну очко. Да, причем хорошо Уникс прочитал, как только вот нету прямой передачи, сразу же идет сдваивание, заставляют Алексея Шведа избавиться от мяча, потому что уже прекрасно понятна опасность, которую Алексей Швед уже создает. По сегодняшнему дню Гил смог развернуться, смог стоять на ногах и протолкнул мяч все-таки в кольцо. И вспоминая буквально двумя атаками ранее, когда Ласме бросал средний бросок, сразу вспоминаем, что в матче в Химках Ласме набирал очень много очков со средней дистанции. Вот именно как сейчас.
Ну, возможно, что Химкам, как вот и ЦСКА, в первом полуфинале, который мы наблюдали у Химок, есть ощущение, что если у них все залетит, то и вообще не важно, сколько Ласма забьет. Эта команда обладает талантом, одной из самых, в принципе, результативных команд Евролиги и вообще Европы. И вот эта потрясающая работа Алексея Шведа, какой великолепный двойной перевод перед собой, причем против Джамара Смита здесь, оп, и потом еще шикарная передача, когда вышел на подстраховку Мелвин Эджем. Нарушение правил. Здесь Алексей Швед пролезал в трехсекундную зону вместе с Ханикатом. И кому-то там из парочки Смит, Локет вручили этот фол. Похоже, это был Джамар Смит. На площадке как бы вроде бы незаметно появился Дженкинс вместо Вячеслава Зайцева. Но мы обратили внимание, что все-таки он вышел после того, как Зайцев у нас фолами-то поднагрузился. Два фола за очень короткий период. Ну и было видно, что ему тяжеловато против Колома. Колома очень опытный защитник, который знает, как соперника вытаскивать как раз на фолы. Тем более такого вот агрессивного защитника, тем более без большого имени, как Вячеслав Зайцев. Все-таки там большое звездное имя, ему бы в каких-то ситуациях помогло. И Джамар Смит показывает, что действительно он умеет в одиночку решать ситуацию, если его оставят играть именно один в один. Точно так же, как Алексей Швед. Смотрите, подождал, что уйдет подстраховка, освободили ему лицевую. Он не просто сделал паузу, он все это видел, читал и контролировал. Уровень, на котором Алексей Швед пока проводит старт этого матча и вообще, в принципе, свои последние баталии внутри Лиги ВТБ, просто поражает. Какая удивительная эффективность была у него, когда он бился против Локомотива. И партнеры по команде ему помогли. В итоге, как бы, по ощущениям, даже легкие 3-0, учитывая все-таки силу соперника. И теперь работа уже против более серьезного оппонента. Ханиката накрывают, но здесь бьется и добивает эти два очка Малкольм Томас через Стефана Ласме. Да, снова работает подбор на чужом щите. И, казалось бы, кто может накрыть Ханиката? Он же прыгает куда-то туда, на третий, на четвертый этаж. Но, тем не менее, подловили его и в момент отталкивания, и вверху там достать получилось. Уникс защищался, а вот мячом овладеть не смог. И Трентон Локетт отправляет треху в цели, тем самым делает счет 16-16. Вот такая получается первая четверть. Команда обменивается бросками. Алексей Шведа вроде бы все идет. У него уже 7-3. Бум! Ну сколько здесь было? Метров 8,5 до кольца. И Алексею Шведу было абсолютно неважно. Считайте расстояние. Он освободился от опеки и сразу же направил мяч в кольцо. Вот знаешь, в Америке все говорят про феномен Стефана Карри, про то, что этот защитник там лучший вообще снайпер, лучший дальнобойщик в истории баскетбола. И про то, что он единственный, наверное, вообще игрок в Америке, кто тренирует броски там из безопорного положения, там через руки форсированные какие-то сложные броски. И вот возникает ощущение, что Алексей Швед делает то же самое, потому что ситуация, когда он один на дуге и бросает свободную трешку, практически никогда не возникают. Поэтому его задача как раз вот эти вот 8-метровые броски тренировать, готовить и быть уверенными в том, что в решающий момент в финале четырех они залетят. И они залетают, у него уже десятка. Сумели сохранить мяч таким образом, чтобы Дур смог выпустить дальний бросок. И снова Алексей Швед смог. Не было прямой передачи. Он нашел способ, как в бильярде, со стоком об пол рассчитать таким образом, чтобы мяч дошел до партнера по команде. Антон Покрашов на площадке вместе с Джамаром Смитом на задней линии. Локет Ласме. Под кольцом работает Морис Ндур. Ласме средний опять в цель. Но вроде бы вот эти вот броски, он их атакует, он их бросает с высокой эффективностью, с хорошим процентом. Но есть ощущение, что на таких бросках можно выиграть баскетбольный матч. Легко, особенно если у Ласме идет средний бросок. А мы видели, как он умеет разбираться, если на него выходит очень близко. Алексей Швед попробовал в очередной раз бросить с такой же дальней дистанции, но в этот раз мяч постучался по подушке кольца и вылетел в поле. И уже есть такое понятие, как хит-чек, когда игрок с хорошим броском проверяет, насколько у него горячая рука. Он уже может исполнять совершенно безумные броски, потому что они тоже могут залететь. И вот у Алексея Шведа есть такая возможность, тем более, что он пока принимает практически всегда только верное решение и устраивает для соперника настоящий ад для защиты. Получает высокий заслон, ждет передачи, находит ее, но правда Ласма отлично отработал в обороне. Еще один хороший момент. Ндур не попадает, и один Чарльз Дженкинс отбивается под кольцом от трех больших соперников. И атака 3-1, и есть результат от Ханиката после передачи Томаса. Да, не стали убивать время, чтобы совершить последнюю атаку в этой четверти.
разыграли очень хорошо, быстрый отрыв, абсолютно не задумываясь о том, как это должно быть тактически. Идет игра, надо забивать. Но вот у Уникса появился шанс на ответ. Другой вопрос, что это всего лишь четвертый командный фол, а значит, тактический фол был абсолютно верным. И две... Сейчас у нас две секунды. Нет, вопрос я задам потом. Интересный вопрос по поводу того, как против Алексея Шведа защищаться. Две секунды получает Джамар Смит. О, какая передача, Ласме! Насколько же замечательно разыграли и просчитали, что две секунды – это более чем достаточно, чтобы вывести на бросок. Но продолжим осуждать уже после небольшой паузы. Была на чужом щите. Феноменальные атлеты команды подмосковной создают очень большие проблемы для Уникса. А так-то, в принципе, Уникс вполне неплохо атакует в сегодняшней игре. Очень хорошо сейчас Колесников агрессивно сыграл против Алексея Шведа. Не помешает лишний раз заставить лидера команды соперников нагрузиться фолами. Есть теперь возможность разыграть, тем более, что не хватило командных замечаний для того, чтобы встать на линию штрафных бросков в концовке первой четверти, а значит, надо играть более агрессивно уже сейчас и прямо в данную секунду. Антон Покрашов со средней не точно, но какой хороший, такой достаточно неожиданный подбор на ровном месте у Кощеева получается. То есть, вроде бы такая ситуация, все уже готовы были заработать для себя здесь да, быструю атаку представители Химака. Кощеев говорит, почему бы и нет. Чуть ли не первый подбор на чужом щите, и сразу же совершенно другая игра. И вот здесь Алексей Швед в очередной раз проходит в левую сторону и бросает правой рукой. Но только после того, как почувствовал, что точно такой же контакт, как до этого был у него самого против Колесникова, то есть обменялись любезностями. Отличие только в том, что Алексей Швед смог забить вот этот бросок и получает возможность еще забросить бонусный штрафной бросок. Вот, Никита Моргунов, ты же чемпион Европы, и у тебя большой опыт в баскетболе. Мы видели, как играет против Алексея Шведа ЦСКА. ЦСКА очень активно грузил Шведа в защите. Против него постоянно давили там то Антонов с мячом в руках, то Курбанов с мячом в руках. Заставляли его работать ногами. Почему эту стратегию не используют другие команды? Почему, например, сейчас этого активно не делают представители Уникса? Нет комбинации, при которой бы... Причем Димитрис Плифтис ответил, что химки меняются все со всеми. Но нет комбинации, при которой бы Швед поменялся бы и стал бы держать кого-то из высокорослых. Там Ласмы, Кощеева или Эндура. Нету таких разменов. А значит, любого полевого игрока Алексей Швед сдерживает без каких-то проблем для себя. Идет обычная командная защита с смещением, с подстраховкой и предельно осторожной игрой лидера команды, где он закрывает дальний бросок, закрывает какой-то проход на 1-2 удара. Но а все дальше... равно экономит силы. Да, но при этом есть огромное количество игроков, такие как Гил, как Ханика, которые просто вторым темпом могут выпрыгнуть и накрыть. Ну и появился также еще и Егор Вяльцев, тоже один из главных защитников команды этого сезона. Панкрашов 3. Нет, подбор остается за как раз Шведом, который здорово смахивает мяч в пользу Ханиката под давлением Дура большого и атлетичного. И вот сейчас атака идет уже без участия Шведа, по сути. И один на один работал Малкольм Томас, а разводит руками Антон Панкрашов, не понимая, за что его дали нарушение. Две руки поставил на соперника, сразу же есть все основания для того, чтобы зафиксировать фол при этой борьбе. То есть убрал бы одну руку, согнул бы ее в локте, то есть, как говорят, встретить не прямой рукой, а согнутой, и сразу же эта борьба будет уже обычной и... Не фиксируются фолы тогда в такой ситуации. Великолепная защита от Колесникова в этой комбинации. И вот только такой момент сейчас пытается создать. Но, тем не менее, свободная трешка от Вяльцева. Оу, почти залетела. Да, не смог обработать, потому что видел, что времени практически нет. И в итоге потерял еще буквально пару десятых секунды для того, чтобы выбрасывать, не выпрямляя руки. Но, тем не менее, все равно шанс был для того, чтобы мяч попал в кольцо. Какая передача и блокшот в исполнении Малкольма Томаса. Но спасти мяч Ханикату не удалось. Так что еще 6 секунд на продолжение атаки Уникса есть.
Еще разочек момент. Пас фантастический, но здесь Кощеев только развернулся, и перед ним вырастает это 2-10 чудище с длиннющими руками. Как тут вообще что-то забьешь? Столько, что мы обратили внимание, что произошел наконец-то первый размен. И действительно, Алексей Швед не успевал на Кощеева, но подстраховка работает. А значит, надо как-то не через одну передачу пытаться искать, а заигрывать на то, чтобы использовали преимущество в росте. Ой, какой первый шаг великолепный у Джамара Смита. Но и вот его передача от пола далеко не такая качественная, которыми своих партнеров радует Алексей Швед. Дур здесь явно не был к такому отскоку готов. Казалось бы, чуть-чуть увеличили скорость игроки, и сразу же гораздо сложнее становится выполнять, казалось бы, простые технические элементы. Посмотрите, мог отдать передачу обратно, не стал этого делать. У нас Томас попытался завершить сам и промахнулся в 100% эпизоде из-под кольца. Хорошее движение мяча в исполнении Уникса. Колесников здорово ушел здесь от опеки сначала Шведа, а потом еще и влетел в Сергея Моню. И нашел, похоже, фол. И, видимо, еще и два штрафных броска. Ну, вот здесь вот Швед пытался выбить снизу. В принципе, у него это получилось. Но похоже, что фол сбоку. Бросковый фол здесь не дадут. Суриппа хорошо будет вбрасывать. Второй фол Шведа и снова второй фол на Колесникове. То есть агрессивная игра соперников позволяет добирать фолы лидеру команды из Подмосковья. И вот здесь я скажу, что продолжают очень хорошо использовать установку, и подбор заработал в чужом щите. Это все тот же Евгений Колесников. Хорошая работа. И теперь Антон Панкрашов. Один на один против всего давнего знакомого Егора Вяльцева. Хороший заслон поставил. Джамар Смит пытается уйти из угла. Тяжелый бросок. Но он может. Он может. Он силен. Да. Ну все сделал Егор Вяльцев. Он смог и остановить, и восстановить позицию. И среагировать на отшагивание назад. И выпрыгнуть даже на этот бросок. Но здесь то, что сотворил Джамар Смит, конечно. И вот так вот он делал в течение двух подряд матчей против Валенсии. Как раз вот в финале Еврокубка. И не получил, что интересно, звание самого ценного игрока по каким-то причинам. Но он был, безусловно, именно им. Три. Швыряет. Не попадает этот бросок. Ндура не будет засчитан, так как свисток был чуть раньше. И это гораздо более полезный свисток, чем просто два очка Ндура, потому что это три штрафных. Какой поздний фол-то дали. Оу. Ну, здесь очень серьезно работает правило в этом сезоне, которое оберегает снайперов, как FIBA его называют, protected shooter. Специально говорю на английском языке и говорю на русском языке для того, чтобы понять, что любая попытка залезть под бросающего игрока или помешать ему движением руки, там, в лицо ему ткнуть, это тут же фиксируется судьями как нарушение правил. Да, не нарушая личное пространство, да, бросающего, да, игрока. Да, да, и вот здесь мы видели, что после броска опустил Егор Вяльцев уже на лицо соперника свою руку. Сразу же, может быть, не очень сильно, но, тем не менее, судьи это зафиксировали. Ну вот о чем мы говорили. Джамар Смит может в одиночку вытащить любой матч, когда у него идет. У него уже десятка, он уже самый результативный игрок своей команды и второй после Шведа во всей этой игре. Ловушка для Шведа на его половине, но при этом достаточно быстро переходит Химки через центр. Вышел также Андерсен под номером 21 у Химок. Хороший перевод от Шведа, но здесь никого нет рядом. И в итоге скидывает он обратно на Томаса. Томас тоже может три забить. Но здесь была тяжелая ситуация. Андерсон проходит. Тяжелейший бросок. Оу! Какие же броски сегодня забивают обе команды. И мы видим абсолютно такой открытый баскетбол. При этом самоотдача и у той, и другой команды по защите максимальная. Но мастерство нападения сегодня выше. Так любит говорить Леброн Джеймс. То есть хорошая атака бьет хорошую защиту. Ну, он может, наверное, себе это позволить. Но вот сегодня обе команды подтверждают эти слова. То есть хорошая защита, но при этом какие тяжелые броски. Ну, вот этот бросок Андерсона, ну что может быть сложнее? Ну, просто какой-то нереальный абсолютно мяч. Ему все руки уже Кощеев заплел. Он просто что-то швырнул в сторону кольца и попал от щита. 5,5 минут до конца второй четверти, а Уникс уже пытается прессинговать по всей площадке. Стоит не только два игрока напротив двух защитников, которые предполагают, что, в принципе, Химкам по ходу сезона не так хорошо удавалось. Почему этого так мало применяли представители Локомотива Кубани? И почему пока это не использует Уникс? Это работает только в том случае, что если ты не бросаешься, как солдат на амбразуру пулеметную,
То есть ты должен подрасчитать ситуацию, при которой комбинация уже пошла. Пошли забегания. То есть игрок уже идет по своей траектории на открывание. И в этой ситуации, если есть возможность от ближайшей пары игроков отрядить второго игрока на двойное нападение против шведа, это надо делать. Но мы видим, что комбинации изначально при переходе центральной линии швед очень редко оказывается в той ситуации, где можно его в эту ловушку двойную, сдвоенную поймать. Но любую ситуацию мы уже видели, как Уникс использует моментально. Есть 1.5 метра, тут же идет второй игрок, заставляет Алексея Шведа избавляться от мяча. 5.19 до конца четверти номер 2 и небольшой перевес у Химок. И вот после тайм-аута штрафные броски исполнил и забил Алексей Швед. Штрафных пока немного, зато очень много точных тяжелых бросков от обеих команд. И вот Джамар Смит, автор нескольких из них. Против него Егор Вяльцев, тоже для Вяльцева тяжелая работа. А тем временем Андерсон с Локетом здесь сцепились руками. И 21 номеру Химок нарушение. И да, похоже, что у Вяльцева тоже есть что Джамару Смиту сказать. Более активно в защите работал именно Андерсон руками, хотя хватило работы рук и у того, и у другого игрока. А мы, опять же, не можем не отметить, что у нас Смит-то сегодня не промахивался ни разу. Ох. Хороший, хороший снайпер. Итак, работа Джамара Смита. Рвет дистанцию против Энтони Гилла. Мимо, но на подборе действует агрессивно Ндур. Ласме выгрызает. Бросок есть, но Энтони Гилл справляется с этой защитой. Да, в одиночку против трех игроков Уникса смог выиграть подбор. Несмотря на то, что первый подбор химчане проиграли, и были все шансы, чтобы проиграть и второй подбор подряд. И еще и Джамар Смит защищается. Это, кстати, я впервые вижу в его исполнении. Мне очень нравится, как Уникс сегодня защищается. Очень тяжело играть против такой защиты на протяжении всего матча. Несмотря на то, что нападение сильнее сейчас выглядит на данный момент, но все равно мы помним пословицу, что нападение выигрывает игру, а защита выигрывает чемпионат. Поэтому здесь очень важно удержать эту защиту до конца матча. Тем более, вот произошла вот смена, маленькая ротация. Надо быстрее возвращаться. И вот насколько хватит сил так же быстро делать, когда этого Уникс это все нам демонстрировал. И будет зависеть успех казанцев в сегодняшнем матче. Великолепная работа Егора Вяльцева. Он прочитал эту неточную передачу и сверху забил. Не через кого-нибудь, а через Ндура, на которого сейчас он самым тяжелым взглядом смотрит. Его даже специально отталкивает Сергей Мони. Говорит: успокойся, друг. Еще разок момент. Если у нас есть возможность посмотреть на глаза Егора Вяльцева, это будет отдельная история. Ну, нельзя не похвалить Вентура. Он по ходу движения попал на тоже убегающего Сергея Моню. И все равно успел практически достать Егора Вяльцева. Другой вопрос, что не хватило, ну сколько, сантиметра 3-4 для того, чтобы накрыть. Ну, естественно, такие моменты добавляют эмоции как тем, так и другим. Вы посмотрите. Вам нужны еще какие-нибудь примеры, чтобы понять, с каким настроем обе команды подошли к сегодняшней встрече? Ндур, несмотря на то, что данк получился шикарный, он уже через это проходил. И он так типа, ну забил и забил. Ну ладно. Колом тем временем атакует против шведа. Джамар Смит против Вяльцева. Двойная опека против как раз Джамара Смита далеко от кольца. Ндур обратно на Колома. Просит мяч Ласма, его опекает Энтони Гилл. Всего 6 секунд на атаку. Ласма 1-1 против шведа разменялся. Давит шведа. Подключается Моник. Колом 3. Ну, хорошая защита. Да, все, казалось бы, правильно сделали химчане. Но вот не смогли закрыть ближнюю передачу обратно на дугу. А в итоге было понятно, что после этого броска Колома будет преимущество на подборе на чужом щите у Уникса. Не получилось использовать возможность второго шанса для того, чтобы набрать очки после подбора на чужом щите. А это надо делать, если Уникс хочет удержаться в игре. Разница незаметно так выросла до 7 очков. Это после того момента, когда Уникс вырвался вперед в счете в сегодняшнем матче. Да, и у Алексея Шведа уже 18 из 35 командных, то есть больше половины. Но, в общем, мы и не сомневаемся, что он и есть. Да, мы видим, насколько он важен для, и насколько он заметен по игре, но... Ой, какая передача! Индур блокирует. Насколько же
отличный блокшот со стороны Дура. Это то, чего избежал Егор Вяльцев. Ну, Вяльцев знал, что он будет бить сверху через очень атлетичного соперника, поэтому он и готовился к такому данку. Мне кажется, что Гил не ожидал, что будет вот так вот против него работать этот соперник. Быстрая атака. Колом ее начинает, сажает на себя Вяльцева. Получает обратную передачу. Трешка сразу. Нет, Индур пытается подобрать под чужим. Хорошо вышел здесь на этот подбор Колесников. На атаку еще 12 секунд было. Колом залез под Гила, обратно на Колесникова. Через Хоакима все идет. Да, Гил хорошо сработал, останавливает Колома, который пытается эту ситуацию создать для себя и для команды. Но Гил это все разрушил. Швед набирает скорость. Смотрите, не пожадничал. Сразу вернули, дошли свободного. Два раза вошли. Защищаются. Да. Защищаются очень хорошо. Сейчас такая ситуация, когда была атака 3 в 2. И при этом Уникс ни одного свободного броска так и не позволил сделать сопернику. Один на один. Алексей Швед раскачивает Ласме, но здесь при этом подстраховка. И здорово действует Колесников на перехвате. Колом под кольцо. Ой, какой перевод за спиной. Получает по лицу. Этого никто не видит. И разгоняется 5 на 4 атака Химок. Зрители из Казани очень недовольны. Егор Вяльцев 1-3. Нет. А Колом идет доказывать судьям, что то ли у него зуба нет. Я думаю, что мы увидим повтор этого момента, насколько это все было в рамках правил. Тем не менее... Насколько бы не было больно, Колом вернулся обратно в защиту. Хоть с небольшим опозданием, и уже сейчас тут же, уже на эмоциях пытается. Вот мы смотрим, идет перевод. Но здесь он сам шел в игрока. Здесь не было движения игрока навстречу Колому. Но я скажу, что контакт очень такой неприятный для Колома был. Нокдауноподобный. Давайте послушаем, все-таки рядом находился этим моментом Петр Буйницкий, что он нам скажет. Спасибо, коллеги. Хоаким Колом получил локтем по губе. Даже показалось издалека, что пошла кровь. Я вот сейчас нахожусь буквально в 2-3 метрах от него. И, по-моему, даже на самом деле там подтекает немного. И хотел еще закинуть небольшую тему для обсуждения. Наблюдаю за ходом игры и пока что... То, о чем мы говорили на предматчевой студии, сдваивание на Шведе. Сейчас его Дмитрий Сприптис не использует. Как вы считаете, коллеги, это правильный ход или все-таки пора что-то делать против Шведа, потому что у него уже 18? Спасибо. Да, спасибо, Петр. Я вот так задумался. Он сказал, что находится где-то в 2-3 метрах от Колома. Я так смотрю на площадку, думаю, это же вместо кого Петр Буйницкий вышел на паркет в составе Химок? И борется за подбор. И борется за подбор. По поводу сдваиваний, то мы уже обсудили, Вот сейчас был момент перехода через центральную линию. И тут же пошло сдваивание на Шведа, так как был еще один игрок Уникса рядом с моментом, когда владел мячом Алексей Швед. Если Химки растягивают оборону, если Химки двигают и смотрят, они стоят, как сейчас... Три игрока в одной точке находились, Гил, Моня и Андерсон, то шансов для сдваивания против Шведа практически нет. Работает Моня, трехочковый под 45. Не точно, но бьется здесь за чужой щит Андерсон. Однако подбор достается Колому. Разница 6, Хоаким разгоняется. И Моня его встречает. Здесь вот два ветерана друг против друга. И Колом начинает расставлять своих партнеров по команде. Показывает, куда нужно бегать, бежать Колесникову. Пошел в итоге обыгрывать Моню. И классная какая передача на Ласме. Да, и Колом нам показывает, что не только Алексей Швед умеет раздавать такие красивые, замечательные передачи. Более того, эти два очка еще были заброшены после, забиты после нарушения правил. Посмотрите, Колом смог вытянуть на себя Гила. Егор Вяльцев, да, с опозданием уже шел на Ласме и... Для Химок неприятный момент. Вот в результате вот этого падения вот за собой там Колом утащил. Да, вот здесь вот падает на заднем плане. Видно, падает Энтони Гилл. Процент может улучшить в разы. И тогда уже никакой команде позавидовать нельзя будет. Ну и к тому же у дальних трехочковых есть чуть более высокий шанс оказаться в руках у атакующей же команды за счет дальнего отскока. Да, действительно, дальний бросок, дальний отскок, учитывая, как хорошо борется на чужом щите. Опять же, напоминаю, по ходу всего этого сезона высокорослые баскетболисты Химок, то вполне возможно, что будет и второй шанс на атаку, и третий. Но мы вспоминаем, что проиграли подбор в одной из последних встреч регулярного чемпионата против Уникса. И именно за счет того, как боролись на своем щите,
первую четверть как-то невнятно мы видели борьбу в исполнении казанцев, а вот вторая четверть — совершенно другая картина. Мы видим постоянно три баскетболиста на подборе на чужом щите при любом броске. Появились возможности для того, чтобы реализовывать атаки после промахов партнеров по команде. А значит, уже совершенно другая игра. Требуется не только защищаться, но и забирать этот мяч, который добыт нелегкой работы на своей командной защите. Всего разница 3 очка становится у нас в конце первой четверти. Вот уже тогда в начале второй мы будем обсуждать, какое значение как раз вот на длинной дистанции 40 минут значит для Химок то, что сегодня у команды нет, по сути, второго плеймейкера. Швец, ведение 3, туда! Очень хорошо играл Дур за получение. Удалось ему отсечь от первой передачи. Алексей Швед показал, сыграй через Гила, я получу мяч немножко по другим углом, и тогда я разберусь. Тяжелейший мяч забил Алексей Швед. И я не могу ругать в этой ситуации Дура. Это какой смысл ругать? Тут кто угодно может выйти, также руку выставить, он все равно через нее забьет. Колом рвет дистанцию, пытается обыграть Мунину. Сергей выстоял, и Чарльз Дженкинс разгоняется. 7 секунд до конца половины. Колом отбился. Да, смог эту ситуацию перевести в позиционную оборону для своей команды. Не скажу, что прям на 100% исправил, но ошибка не превратилась в моментальные 2 очка. Да, но отмечаем также, как здорово отработал в защите Сергей Мони, против которого Колом остался 1-1. Получает Мони, отдает на Шведа. Ой, какая передача и блокшот от Колесникова. 3 секунды, 2, бросок с центра. Нет, Трентон Локет не успевает выбросить. Что-то похожее было. Он забивал сам, он раздавал передачи, он создавал ситуации, после которых могли набирать очки даже не с прямых передач. Поэтому здесь, конечно, его заслуга очень велика. Но несмотря на вот такую сверхполезную игру со стороны Алексея Шведа, я думаю, что все-таки то, что удавалось по первой четверти контролировать полностью свой щит, а из-за этого можно было бежать нападение гораздо быстрее, чем того хотелось бы, или наоборот не хотелось бы баскетболистам Уникса, химчанам удалось чуть-чуть оторваться в счете. Дальше же уже пошла игра, при которой Уникс наладил более серьезную командную защиту. Вот так как Антон Подкорошопан выходит в стартовом составе на вторую половину. Небольшие изменения у Прифтиса. Он выпускает и Джамара Смита, в том числе, который на Ласме здесь делает результативную передачу. Ласме не попал со средней. Как раз Антон Панкрашов перед стартом этого матча говорил, что мы знаем, как обыграть Уникс, как обыграть Химки. Для того, чтобы узнать, как это сделать, достаточно просто пересмотреть серию против ЦСКА в Евролиге. ЦСКА показал, как против Алексея Шведа нужно играть, как нужно играть против команды Химок, при том, что у ЦСКА у самого был все-таки неоптимальный состав. То есть там как раз было много очень работы, которую пришлось Шведу проделать в защите, когда его давили постоянно спиной к льду, там что Курбанов, что Антонов и другие персонажи. Джамар Смит сократил отставание, разница всего 6. 41-35. Ну, до этого был трехочковый дело, который снова был после передачи Алексея Шведа. Ну, скажу, что недостаточно пересмотреть матчи, в которых удачно сыграли армейцы. Я думаю, что эти матчи пересмотрел сам Алексей Швед. И Барцовкис тоже их пересмотрел. Соответственно, никто не собирается повторять ошибки, из-за которых команда проигрывала. Наверняка были внесены коррективы. Команда прекрасно понимает, как играть в тех ситуациях, где идет сдваивание на Алексея Шведа. Соответственно, здесь уже мы не раз отмечали по ходу сегодняшнего репортажа, что Химки к концу сезона стали полной сбалансированной командой. Нету той нервозности в атаке, которая была, может быть, по началу сезона, которая постепенно уходила в середину. И вот сейчас уже в самой концовке эта нервозность ушла полностью. Игроки знают, когда они будут атаковать, они готовы к этим атакам, а значит, бросать кого-то для того, чтобы закрыть Шведа, не всегда такой план выгодно работает. Да, не всегда выгодно, да. Работает Мелвин Эджем, ушел сейчас от Вячеслава Зайцева, и очередной фол внизу быстрый получает свой третий персональный Вячеслав. И возможно, что тут же отправится отдыхать, но, видимо, пока Барцокас его не готов отправлять на замену. И еще один важный момент. Химки сегодня, так же, как и ЦСКА, против Химок в свое время
Представлены Химки не в оптимальном составе. И второго плеймейкера очень важного Стефана Марковича нет. К сожалению, не в лучшем состоянии он находится. Опять же, команда также не может рассчитывать там и на Марка Тодоровича. Соответственно, у коллектива сегодня, да, не стопроцентная готовность. О, какой удивительный мяч сейчас мог залететь в кольцо Химок. Да, Томас мог направить после своего же перехвата мяч себе в кольцо, но мяч подумал и вылетел. Посмотрите, казалось бы, раз подбил, два подбил, и два очка могли прийти на счет капитану казанской команды. Да, там реакция тоже небольшая такая, ну, такая странная такая от Павла Сергеева, типа, ну, что даже это не залетает, ну, вот это как раз в основном-то и не залетает. Так по поводу Стефана Марковича, насколько серьезная эта потеря сейчас, вот на вторую половину, хватит ли сил Алексея Шведа, чтобы вот в таком режиме тащить в течение 40 минут? Серия против Локомотива, против очень серьезной команды, показала, что смогли нейтрализовать вот эту потерю баскетболисты Химок. Смотрите, хорошо защищался, как Уникс в этой атаке заставили использовать все 24 секунды и при этом не совершить атаку. Трентон Локет был вот тем, кто работал один на один конкретно против Тайлера Ханиката, не дал ему совершить бросок Эджем. Еще такое ощущение, что Алексей Шведа, размен идет под Локета. В углу один совершенно Антон Панкрашов. Нет, и атлетичный подбор пытался Эджем здесь сделать через Ханиката. Тайлер забирает спокойно. У его команды уже плюс 7. Размен-то произошел, но не смотрели на этот размен абсолютно. В итоге оказался на слабой стороне, там, где нет мяча, Алексей Швед. И он спокойно разменялся с кем-то из более высокорослых игроков обратно, оставшись опять против защитника. И аплодирует сейчас Швед за то, что здорово разобрался в этой ситуации из-под чужого кольца Малкольм Томас. Химки здорово начинают вторую половину, ведут сейчас 9 очков, 44-35. И опять надежда на Джамара Смита, который десятку забил за первую половину, теперь у него уже 13. А 13 номер Ласма атакует против Ханиката, у него всего 5 секунд, скидывает обратно. Джамар, 3, туда. Да, Зайцев долго смотрел, куда же ему бежать, где его свободный игрок, которого надо взять. Ну и Ласма не спешил избавляться от мяча. Он дождался, когда выйдет на ударную позицию Джамар Смит, который сегодня, ну, сколько, один раз промахнулся, по-моему. Ну, парочку были промахи у него. Скидывает на Малкольма Томаса. Сейчас Швед получает обратно от Гила. Что, неужели с 9 уже метров? И фалит сейчас Трентон Локет на входившего в 3-секундную зону Малкольма Томаса. Новые 14 секунд на атаку Химки получат. Очень далеко ушел Томас на подстраховку. Все-таки не совсем сработана вот эта вот ротация, и Барток схватается за голову. Действительно, бросать Джамара Смита для того, чтобы играть сдваивание против Ласмы под кольцом, ну, не совсем верное решение. Швед пытается разыграть эту ситуацию один в один, чуть не потерял мяч, но чуть-чуть не считается в баскетболе, смог выбросить в сторону кольца, и уже быстро атака в исполнении казанцев, и они действительно 3-2 разыгрывают и забивают мяч из-под кольца. Мелвин Эджем реализует бросок в этой ситуации, и Вячеслав Зайцев уже пытается не только вывести мяч, но и как-то обострить вот эту плотной защиты, за счет которой его опекали. 6 минут впереди еще в третьей четверти. И при этом, да, преимущество Химок было совсем недавно таким достаточно угрожающим, но при этом Уникс держится, не дает сопернику от себя далеко отойти. Алексей один на один против Джамара Смита, тот здорово на ногах, подключается Эджем, на атаку всего 3 секунды, у Гила нет свободы, и выбрасывает мяч Ханикат! Как? 2 очка дают, но от этого не менее ценные эти 2 очка. Ханикат в одном прыжке, понимая, что приземлиться он уже не успеет, просто... Нам нужно устроить голосование за звание самого безумного пока броска. Вот между Андерсоном и Ханикатом. Они вот одинаковые такие броски по безумству реализовали. И блокшот еще и к тому же под своим кольцом. Пойди попробуй забей, когда там под кольцом стоят Томас, Гил и Ханикат. Все прыгучие, длиннорукие. Более того, после накрывания мяч коснулся. Вот нам показывает момент, где Ханикат в одном прыжке направляет мяч в кольцо. Ну, кстати, бросок-то неплохой в итоге получился, вполне техничный. Но все равно это не типичный бросок, и я сомневаюсь, что он его отрабатывал. Ну, как бы Ханикат парень странный, так что, может быть, и отрабатывал, кто знает. Великолепный, да, вот это талант.
успели забить за 0,5 секунды. Была возможность только такая, только толкнуть мяч, и он его толкнул точно в кольцо. Видеопросмотр идет у нас с судейской бригады. Смотрим, от кого мяч ушел. После накрывания судьи первым решением определили, что мяч коснулся казанцев, кого-то из игроков казанской команды. Баскетболисты Химок уже ждут. Вынос мяча. Я так понял, что нет, не аута не смотрели, а 2 или 3 очка это было. 46-40 у нас на табло. 5 минут до конца третьей четверти. Вячеслав Зайцев начинает новую атаку. На шведу на скорости, но дальше проникать туда швед не стал. Его встречает Рентон Локет. Высокий заслон. Швед сведение 3. Нет. И подбор за Локетом, который спокойно мячу удает здесь покинуть пределы площадки. Да, огорчен Алексей Швед, потому что таких свободных бросков у него сегодня не так много было. И он прекрасно понимает, что уж такие мячи надо забивать, забрасывать. Да, очень редкий случай. Но Алексей, опять же, бросок дальний сегодня очень неплохо работает. Броски с сопротивлением он забивает. Вот редкий случай, свободный получил, не попал. Джамар рвет дистанцию через Зайцева. Отличная оборона тоже от Зайцева. Тоже сегодня вытворяет просто. У нас сегодня действительно два лидера, которые показывают сверх баскетбол. Алексей Швед и Джамар Смит. Но все-таки не только двумя игроками определяется результат встречи. Должны и другие игроки помогать. И у нас есть игроки, которые выкладываются в защите. И по нападению мы видим отдельные красивые моменты. Более того, я скажу, что красивых моментов сегодня хватит на 3-4 игры. И еще один пытается такой создать. Ханикат, который сам же после своего подбора в одном прыжке пытался добавить. Вот, знаешь, Джамар Смит тоже интересное наблюдение. У него после каждого броска все больше и больше энергии становится для обороны. Он один из тех игроков, кому нужно, чтобы начать защищаться, сначала нужно попасть по чужому кольцу. И вот он после каждого точного броска становится все более и более полезным защитником для своей команды. Да, ну потихоньку эмоции становятся все сильнее на площадке. Да, прямого контакта. На кону Евролига. На кону выход в Евролигу. Неудивительно. И вот здесь потерял мяч, не смог сохранить. Уже был зафиксирован аут. Ханикат забирает мяч уже после свистка. Здесь понятно, что никто фолы свистеть не будет. Это не понравилось Ласме, который никому не собирается просто так отдавать мяч, даже если он его упустил за лицевую линию. Сажает Димитрис Привкис. Ласме может быть чуть-чуть успокоиться, а может и передохнуть, и то, и другое. Но в любом случае польза сегодня от Ласме более чем заметная. 9 очков он набрал. Ну а сколько он перехватил, накрыл, да, и очень хорошо помог по защите, да. Работает сейчас Вячеслав Зайцев, встречает Джамар Смит. Швед здесь далеко от кольца, Эджем за ним приглядывает. И рядом это Нигил на заслоне. Размен здесь на Ханиката. И Швед. Перевод перед собой. Под кольцо. В хорошем прыжке. Но тяжелый бросок. Томас подбирает. А мяч оказывается у Эджема. И атаку начинает Пункрашов. Справа Джамар Смит. А передача идет в центр. Индур. Да. Если бы еще и завез через... Завез мяч сверху. И еще при этом посмотрел, кто там под ним находится. И что-то из области спортивной гимнастики он исполнил сейчас. Просто был бы это, Егор Вяльцев. Я думаю, что мы услышали бы обратные эмоции. Но кто его знает. Дур пока показывает себя игроком абсолютно хладнокровным. Швед. Несмотря... Классная скидка на Зайцева. Но у Вячеслава не было свободы. А вот у Гилла есть желание бросить. Забить он не сумел. И вот эта отмашка в исполнении Эджема в итоге заканчивается фолом именно Вячеславу Зайцеву. У него 4-й. Показывает на повтор, где Дур забивает мяч сверху. Два игрока выпрыгивали на накрывание. Момент, конечно, на заглядение. Не хватило тех же 2-3 сантиметров или 0,1 секунды на то, чтобы накрыть. Но чуть-чуть не считается, как мы уже говорили сегодня. А этот момент у нас вполне войдет. Будет Антон Панкрашов вместе здесь с Джамаром Смитом, Эджем. Индур спереди. И у команды Химок возвращается Чарльз Дженкинс. Массажист работает сейчас на скамейке. Такое ощущение, что получил удар в мышцу. Кто-то из игроков казанцев, я не успел разглядеть. Колесников, свободный бросок из угла, не попадает. Думаю, такое же огорчение у него и досада, какая была у Алексея Шведа после своего промаха. Все-таки не очень много сегодня команда позволяет совершать свободных бросков.
Ну и команда Уникса, да, с пятью фолами позволяет тем самым сопернику, активно работая на щите, отправиться на линию штрафного. И Чарльз Дженкинс. Отметим, что вот возвращение Вячеслава Зайцева вот во второй половине в стартовый состав показывает, что он тоже может нажать в нужный момент на кнопку перезагрузки. Он провел во второй половине, вот в начале третьей четверти, куда более качественные минуты, чем провел в первые секунды этого матча. Я смотрю, массажист до сих пор колдует над Трентоном Локетом. Все-таки, действительно, удар, наверное, довольно серьезный. Такие травмы, они неприятные. Казалось бы, вроде бы простой удар, а иногда любое напряжение мышцы вызывает такую очень сильную боль. Как еще говорят баскетболисты, поймал лося. Дур пытается здесь мячом как-то правильно распорядиться. Из-под гила бросать никак он не может. И это не лучший момент. И Алексей Швед легко на нем фалить бессмысленно. И тайм-аутом тут же Прискис реагирует. Его команда вроде бы проигрывает всего лишь только 6. Но это показательные 6. Это 6, которые мы наблюдаем, в принципе, плюс-минус в течение всего этого матча. Как Химки вначале оторвались, так они до сих пор это и держат. Смит, и у него тоже сейчас есть работа с массажистом здесь. И у него всего лишь только 2 промаха. 3 из 4 двушки, 3 из 4 трешки. Шикарная статистика. Он набирает 18 очков с 8 бросков с игры. Очень хороший уровень. Собственно, ради этого его и брали. С разворота красивый бросок, но не точный. Восполнение отжима. И подбирает здесь Чарльз Дженкинс за 2 до конца третьей четверти. И снова ведь 2 игрока было на подборе Уникса. Шведа на площадке нет. Это важный момент. Нет Марковича. В принципе, нету. И Шведа сейчас нет. Он отдыхает. Посмотрим, как Химки будут работать без него. Ну, мы уже не раз отмечали, что в эти моменты выходит так называемая защитная пятерка, которая, может быть, и не забивает. Но и не пропускает. Но и практически ничего не пропускает. И вот здесь я как раз отметил, что 2 игрока после броска с довольно близкой дистанции все равно пошли на подбор. И несмотря на это, удалось выиграть подбор на своем щите. Это такой маленький плюс в пользу химчана. Уникс, конечно, самоотдача вызывает восхищение. Зайцев справляется, может быть, с нервами, а может быть, чуть-чуть забыл, как это делается в зале, где пространство гораздо больше, чем это пространство чем присутствует. Обычно. Да, у него в родном зале баскетбольного центра Московской области. Нужно делать легкие поправки. Вот то, что он и сделал во втором броске. У Зайцева 4 фола. Сейчас он очень плотно защищается против Колома. Судья пока ему не свистит, но чувствует, что не за горами здесь нарушение правил. Один на один Панкрашов пытается накрутить Гилла. Гилл рядом. Передача низом. Нандура прошла. И классный ответный пас. Но при этом свисток против Уникса. За Дуру выписывает фол в нападении. Смотрим повтор. Латышев определяет, что была чрезмерная активная работа локтем Ундура, но все-таки... Вот как раз та самая защитная пятерка Хима, которая, может быть, ничего особенного и не забьет, но и не пропустит, пока мы получаем подтверждение. Свободных проходов мы точно не увидим уже, потому что Алексей Швед вернулся на площадку, и он уже с мячом и в розыгрыше против Дура. Посмотрим, как он будет раскачивать, скидывает на Дженкинса, то 3 через руки мимо, подбирает Эджем. Последняя минута третьей четверти. Колесников под Шведа лезет, проталкивает и получает блокшот в лобешник. Да... Ханикат вторым темпом выпрыгнул, что, пожалуй, накрыл локтем в этой ситуации. И сразу же попытались использовать его прыжок в атаке. Боюсь представить, что в такой ситуации вообще испытывает Евгений Колесников. Он его накрыл, смотрите. Колесников был уверен, что перед ним кольцо, и потом перед ним вырастает вот это. Ну, действительно, да, накрыл он, конечно, ладонью, но... Да, несмотря на то, что Колесников этот мяч убирал, несмотря на то, что он пошел снова в агрессивное нападение, Швед максимально пытался избежать контакта, чтобы не заработать третий фол в этой ситуации. И все правильно делал Колесников. Настолько грамотно, настолько все было здорово. Но есть такой фактор, как Ханикат. Ну и садится отдыхать Колесников, который проводит сегодня как бы качественный матч. У него вроде бы всего лишь только 3 очка, но он очень много делает черновой работы, которая в том числе и в протоколе не отмечается. Ну и традиционно Химки чуть-чуть отрываются.
А потом Уникс чуть-чуть сокращает. И вот мы танцуем вокруг 6 очков в течение пока вот всех этих 3 четвертей. Ну, но стабильно в пользу Хима. Ну, такие качели, они чреваты, потому что все-таки не все время будет промахиваться Уникс. И не всегда удастся отзащищаться всей пятеркой химчанов. Тем более, что вот Джамар Смит, если не попадает, то подбирает после своего броска. Колом стянул на себя. Агрессивной игрой вынуждает Алексея Шведа все-таки получить третий фол персональный. Сразу же идет замена. Меняют Алексея Шведа. Надо, по мнению Барцовкаса, приберечь его на четвертую четверть. Несмотря на то, что Алексей готов играть так же агрессивно и продолжает выкладываться на площадке. Но сегодня у него не так много все-таки работы в защите. Это такой вот хороший план в исполнении Химок. Джамар Смит 3. Бабах! Что да, творит да, Джамар? Вторая попытка точно после такого же движения. С той же самой точки. Два раза подряд не промахивается. 10 секунд остается на розыгрыше Химчанова. Дженкинс пытается на скорости обыграть Колобу, но не получается. Ханикат. Он уже показал чудеса попадания с дальней дистанции. В этот раз не получилось. 52-47. Разница всего лишь только 5 очков. И четвертая решающая четверть после маленькой паузы в прямом эфире. Итак, четвертая четверть стартует. Всего лишь только 5 очков преимущества Химок. 52-47. Не очень результативная игра, при этом великолепная игра лидеров. Джамар Смит и Алексея Шведа. Ласме свою серию точных средних бросков закрыл еще, в принципе, в первой половине. Вот никак не может опять вот эту дальнюю артиллерию наладить. Это проблема, потому что это лимитирует атаку Уникса. Работает Швед один на один. Трентон Логет против него. Просит высокий заслон. Дженкинс подключается. Смена на Колома. Колом говорит, останься, пожалуйста, с ним. И сам защищается здесь против Дженкинса. И помогает Ласме, делает блокшот. Да, что-то похожее мы видели уже в исполнении Ханиката Ласмета. Буквально через несколько атак повторяю, что я умею не хуже. И здесь Ханикат в личном противодействии Ласме смог занять позицию перед игроком и перехватить этот мяч. Гил выловил мяч, направляет его в кольцо чита по-рабоче-крестьянски, как говорили у нас тренеры еще в детской спортивной школе. Пока вы сверху не научились забивать, да. Что ли? Колом 3. Бабах! Еще одна влетает от одного из лидеров Уникса. Вот у меня ощущение, что если нужно будет совершить вот один самый главный бросок в одном вот отдельно взятом матче, не Джамар Смит это будет и должен делать. Это должен делать именно Хаким Колом, который как бы с этой ситуацией чуть лучше знаком. И в принципе у него как будто бы железные нервы, но и Дженкинс отвечает своим броском. Вот мы видели пример того, как нельзя оголтело идти на двойную защиту против Алексея Шведа. Тем более, что он ждал этого. Тем более, он не спешил расставаться с мячом. Он разорвал дистанцию, дождался, когда Дженкинс выйдет на бросок, чтобы он смог поставить ноги под атаку, и отдал ему передачу уже на абсолютно свободный. Как там Колом не бежал на защиту, шансов было очень мало. И Дженкинс тут же еще чуть перехват не оформил. Шикарно просто нырнул за этим мячом. Такое ощущение, что была, просто сказать, неберущаяся просто ситуация. И Дженкинс там и внизу перехватывал, и потом уже и в аут нырял. Оставил сопернику 13 секунд. Колом получает. Ханикат за ним очень далеко уходит. Колом под кольцо лезет, дистанцию рвет, пока без толку. Эджем! И сопротивление Энтони Гилл ему максимальное оказал. Но Элвин все равно от мяч в кольцо отправил. Каким-то образом. Такие броски отрабатываются, и игрок обязан попадать, если он вошел в 3-секундную зону и подстраховка опоздала. Стремянку на стремянку перед ним ставят, что ли, чтобы имитировать такое сопротивление? Ну, или есть такие колотушки специальные, которые удлиняют твою руку примерно где-то сантиметров на 80. Швед 3 с отклонением. Бум! Что творит? И это уже 30-ка для Шведа. И делает он плюс 8. Колом в ответ 3. Плюс 1. Ну какую же мы игру сегодня с вами наблюдаем. Но заглядение просто. Я не скажу, что что-то поменялось. Но
как-то не успевают защитники. Да это просто даже никакой логики не было. Прибежал, бросил сведение. Ну, мы обращаем внимание на то, что иногда тяжеловато разыгрываться командное взаимодействие. Все-таки грамотно играют химчане, да и Уникс грамотно играют в командной защите. Поэтому иногда первый бросок лучший бросок. Да, потому что он был открытый абсолютно. И вот попытка спасти ситуацию ни к чему не привела, кроме как спалить. 4 очка в одной атаке. Хоакин Колом добавляет тоже для своей команды. У него 10-ка, 21 у Джамара Смита. 9 очков набрал Ласме. Ну и, конечно, швед 27. То есть 30 пока нет, но 27 это тоже очень неплохо. 30-ка будет, может быть, уже через 3 секунды. Швед лезет под щит. Скидывает на Томаса, тот один совершенно, но не попадает. И Колом работает быстро в нападении. Четверо против троих убегает Джамар Смит. Было понятно, что будет атаковать в этом быстром нападении. И швед уже пытается развернуть ситуацию в обратную сторону. Тяжелый мяч. Какой выловил, да. Это отличная работа от Малкольма, который не дал здесь Алексею Шведу потери отметиться в этом нападении. Обратите внимание, коллега, всего по одному командному фолу у обеих команд. На самом деле они сыграли всего 3 минуты. Есть ощущение, что они сыграли уже минут 8. Так, ну, они много забили. Да, но тем не менее, при такой агрессивности, казалось бы, они уже должны были по 4 командных фола иметь без каких-либо сомнений. Швед классно раскачал. Ласме сверху понес. И все-таки помешали Алексею Шведу. Нельзя ругать защитников за то, что они пытаются остановить лидера команды. Тем более, что никто не пытался нанести травму. Пытались именно накрыть этот бросок. Но здесь и Ласме по рукам попал. И корпусом еще и Джим налетел. То есть... И реакция Егора Вяльцева, который, даже если он не на площадке, он все равно самый активный. Ох, какой момент, да, Алексей Швед. Давайте послушаем, что думает по этому поводу Петр Буйницкий, который, мне кажется, как раз и накрыл Алексея Шведа. Спасибо большое, коллеги. Да, был буквально в тех же самых 2-3 метрах, как и раньше. Практически смог накрыть Шведа в этот раз, но не повезло, накрыл другой игрок. Хотел отметить игру Хоакима Колома, несмотря на то, что третью четверть он пропустил и, набрав 3 очка в первой четверти, молчал аж до четвертой. В третьей четверти львиную долю времени на паркете, да даже практически всю четверть, провел Антон Панкрашов. И показалось, что у игры Уникса появилась какая-то организованность, но не хватало человека, который может дерзко исполнять броски в стиле Джамара Смита, если хотите, в этом матче. Хоаким Колом и Антон Панкрашов. Могут ли эти два игрока играть вместе на паркете? И кто из них, собственно, полезнее прямо сейчас? Если мы хотим, и мы хотим, нам нравится. Тут только каких-то невероятных, просто по самым чудесным траекториям бросков залетает. Так что мы хотим, чтобы и дальше они продолжали. По поводу сочетания Колома и Панкрашова, ну, в нем как-то и нет особо большого смысла. Все-таки нужно, чтобы на площадке было как можно больше вот атакующих единиц самого-самого высокого уровня. И чтобы не все игроки были разыгрывающими. На вопрос, могут ли находиться? Да, могут. Могут, но не запрещено правило. Но решать это будет Димитрис Прифтис. Швед работает против Локета. Колом подключается здесь на помощь. Алексей, у него 29 очков. Трешка. Нет, но подбирает Будем Томас. Будем ждать эту передачу. Томас не дотягивает. И передача. Ласме снова защищался. Сам же подобрал. Какой матч от Стефана Ласме, который при этом набирает всего лишь только 9. Колом мимо на равный. Нет, не на равный счет. Пока только на минус 3. И спасает мяч Локет в этой ситуации. Казалось бы, бросал куда подальше, но перехватить этот мяч не смогли. И вот здесь что определили? 3 секунды. Слишком долго находились баскетболисты в краске. Но не знаю, посмотрим сейчас. Да, в любом случае еще одна потеря. Вот как раз возвращается на площадку Панкрашов, но не рядом с Коломом, а чтобы дать Колому передохнуть. Хоаким провел очень яркий отрезок. И у него уже 10-ка. Пара трешек наглых.
И вот уже есть у его команды действительно шанс зацепиться. Но теперь Антон Подкрашов должен действовать не менее эффективно с мячом в руках. Разгоняется это не Гил. Дура снова хорошо сыграл в защите. Вынудил Гилова водить мяч. Не дал возможности отдать передачу на Дженкинса. То есть Дур сегодня защищается просто на заглядение. Так же, как и Локин. Он уже убегает в отрыв. Странная, редкая ошибка от Алексея Шведа. Сыграл он слишком неаккуратно, слишком небрежно. Передача такая от паркета против такого цепкого защитника, как Трентон Локет. Она в итоге привела к легким двум очкам на чужой территории. Швед подластно залез. Хороший первый шаг. И с контактом пытался забить 2+1. Пытался прорываться сквозь заслон Локет против Томаса. Снова работали руками тот и другой. И вот локоточком назад все-таки пролетело в сторону Локета. Локета. А вот как раз перехват в исполнении Трентона. И его аккуратные 2 очка около чужого кольца. Разница всего лишь только 4 очка. Но на линии Швед, который сейчас следующим своим точным броском наберет 30-ку. Очередную 30-ку. А ведь это половина почти очков команды. Но вот он не первый спешите, попадает. Коллега, сегодня вот именно во второй половине химчане приближаются к своему среднему показателю реализации штрафных по сезону. Чуть больше 70%. Не очень большой для команды процент реализации. И то, что периодически сбой в этом компоненте происходит почти у каждого игрока, тоже не сюрприз. Ну вот и 30-ка есть. Из 63 командных набирает Алексей Швед 30. Антон Панкрашов, Локет из-под заслона, Андерсон против него. Этот Дур проваливается вниз. Джамар из-за спины передачи. Интересное решение. Ласма тяжелый средний. Мимо бьется защит. Здесь Швед и выгрызает. И сохраняет для своей команды этот мяч. Да, в окружении 3 игроков понял, что дальше пытаться проходить по площадке с ведением это будет чересчур опрометчиво. Работает Швед 1-1. Против Локета. Сведение 3. Бум! Увидел, что устал Локет. Обратил внимание, что уже ногами не так энергично работает. Но действительно, сколько он подряд атака защищался против Алексея Шведа. Ну здесь какой компьютер работает Алексея Шведа? Просто не представляю себе. Просчитать вот это вот за счет каких-то наработок, чувств. Это действительно нужно иметь талант, потому что просто атаковать в любой ситуации – это одно. Но он же здесь не совершал сверхвысокий прыжок или какой-то очень широкий заступ после ведения для того, чтобы оторваться от соперника. Он просто поймал на движении на работе ног Локета. 3 очка, ровно половину всей команды, 66 у команды, нам показали эффективность. 5 из 11 двушки, 5 из 13 трешки. То есть 24 броска, 33 очка по такому матчу. Просто феноменальная эффективность. Джамар 3 в ответ. Мимо. И бьется защита Трентон Локет. Но мяч достается Малкольму Томасу. И впереди еще 4,5 минуты. Столько времени нужно химкам защищать свое преимущество. Которое, в принципе, вот примерно весь матч. 6-8 очков. Снова Швед. Ндур против него. Далеко от кольца. У Дура длинные руки, он агрессивен, но Швед с таким уже встречался. Сведение 3. Вынимай! Тут снова Дур сыграл очень хорошо. Он заставлял все время Алексея Шведа думать о том, как сохранить мяч. Он заставил его сделать огромное количество переводов. При этом остался все время, находился все время перед ним на ногах и мешал продвижению. Но какой же тяжелый мяч забивает Алексей Швед. Да, он так вот, знаешь, он делает так, что ты думаешь, не, ну это нечестно. Почему вот нормальные люди такое не попадают, а вот он попадает раз за разом, раз за разом, раз за разом. Плюс 11, и все ждут, естественно, броска от Шведа, который должен сделать так называемый хит-чек, проверить, насколько горячий. Бросай отсюда. Да, у меня такое ощущение, что Дура прям поставили защищаться против Шведа. Если до этого можно было думать, что произошел какой-то размен, то раз за разом... Вот эта игра один в один дает вывод, что Фриттис поставил именно... клубника, который набрал в сезоне 2015-2016 35 очков в одном матче плей-офф. Сейчас у Алексея 36 и еще не вечер. Коллеги, спасибо. Спасибо, Петр. Действительно феноменальная игра в исполнении Шведа.
Вот, Никита, почему так сложно остановить шведа, хотя, казалось бы, он действует буквально вот пара эпизодов, вот пара буквально вот финтов, пара моментов, а 36 очков на табло. Есть хорошая защита от Дура, есть хорошая защита от Ласмы, но я прямо хотел на этих примерах вот сейчас по защите показать. Ну, будет следующая атака, может быть, даже будем в режиме реального времени разбирать его нападение. Поэтому вернемся сейчас к Куниксу. Джамар Смит не попадает со средней. Это его два очка, это не успели добавить. Да, страховали сразу четыре руки баскетболиста Фоникса. Швед говорит, выводи сам, бил, довел мяч, возвращается на Шведа. И вот смотрим. Он дур, молодец. Смотрим на ошибку Алексея Шведа. Идет быстрая атака, и вот здесь очередные два очка, и уже тайм-аут бросит Барцокас. Это Никил сейчас так достаточно жестко бросил в грудь Мелвину Эджему этот мяч после свистка арбитра. И арбитр тут же подошел отдельно к Гилу и сказал ему, так делать нельзя. Будь аккуратен. Твоя команда тем более ведет с разницей сейчас в еще 5 результативных передач. Это только те передачи, после которых непосредственно сразу шли броски и попадания от партнеров. А еще было много моментов, когда, как ты отмечал правильно, было хорошее движение. То есть швед делал передачу до результативной передачи. Но при этом самую главную обостряющую. Он сегодня придумал для команды, ну, наверное, если продвинутая статистика посчитает, то такое ощущение, что 3/4 всех набранных очков. И вот мы сейчас видели не личный прессинг, а зонный прессинг, довольно редкий для современного баскетбола, когда идут ловушки не по игрокам, а больше по зонам практически. И вынудили отдать длинную передачу, что требует зонный прессинг. И эта длинная передача оказалась очень неудачной ошибкой. Ласме не попадает, сам же бьется, второй раз не попадает, бьется третий защит. Третий раз выбирает уже с третьей попытки после очередного подбора, фиксирует фол на нем. Всего второй фол персональной команды для Химок в этой четверти. Всего лишь только 5, в принципе, командных фолов на двоих. И отмечаем защиту в исполнении Дженкинса. Ну и активность Ласме, который очень хочет в Евролигу, очень хочет в финал. И бьется на атаку 14 секунд. Эджин вводит мяч, Колом. Выходит Джамар Смит, но за ним просто приклеился Джеймс Андерсон. Ндур разворачивается, тяжелый бросок правый. И Ласме снова на подборе первый. И вот в этот раз он уже успевает выбросить в сторону кольца. Они позволят сопернику свалить внизу еще до броска. Вот уже Ласме не в первый раз, когда оказывается под самым щитом. Его бьют чуть-чуть по рукам, ну или не чуть-чуть, сильно бьют по рукам. И он никак не может забить вот 2+1. Ты как человек, который много времени провел в своей карьере под кольцом, в чем вообще главный, может быть, секрет или в чем... Главная фишка как раз вот таких вот бросков из-под кольца, когда идет сопротивление, удары по рукам. Как попадать с фолом? Ну, почему Ласме не получается? Здесь работа ног, прежде всего. Ласме всю свою работу ног включает в прыжок. Он выпрыгивает очень быстро и в какой-то степени даже рано. Ну, для ситуации, чтобы заработать 2+1. Очень легкий он для тех игроков, которые пытаются его остановить или спалить на нем. Если ты находишься очень крепко на ногах и выпрыгиваешь уже в момент контакта, получив перед этим хороший баланс работы ног, то там очень трудно спалить на тебе таким образом, чтобы ты этот мяч не довел до кольца. Хороший прессинг опять в исполнении команды Уникса. На вывод здесь есть все-таки 8 секунд. И успевает справиться команда Георгиса Барцокаса. Швед получает. У него 36 очков уже. И 1.5 минуты. И вот опять швед против Ндура. Опять 1-1. И снова то, что мы уже много раз видели. И вот мы смотрим. Вот он делает движение влево-вправо. Заставляет двигаться игрока хотя бы на 50-60 сантиметров. Из стороны в сторону. А это уже работа, это уже заставляет уставать защитника. 8 разница, есть все-таки хорошая защита от Уникса. Отбились они, Джамар, сведение любимой трешки. Нет, пока Эджем, хороший первый шаг, облетает защиту. Правой рукой бросал с этой стороны кольца. Спасает мяч Смит, сам швыряет на ранних секундах. И ничего пока хорошего, ничего организованного, но Ласме решил. И Барцокас понимает, что за последние атаки, по-моему... Ну сколько? Буквально единичные случаи, когда Химки смогли выиграть свой щит. Более того, что эпизодов один в один Ласме, да, против шведов. Более того, мы видим его статистику. 13+12, еще 2 передачи, 4 перехвата, 2 блокшота. Какой матч!
А это, на самом деле, один из лучших матчей в его жизни, тем более, что на такой стадии. Точных бросков бы еще чуть-чуть побольше. Ну, а так вообще замечательная игра получается. Вот опять двойная опека, ловушка для шведа, над нее здорово уходит. И выбрасывает мяч куда-то в бок, но мяч достается не игрокам Уникса. На атаку 12 секунд, последняя минута, швед. Из-под колома никакой свободы и свисток. Но это фол для Уникса, только четвертый командный. Хорошая защита. Вынудил Колом все-таки остаться на периметре Алексея Шведа. Тот как не пытался продвигаться в сторону кольца. Все время встречался с корпусом Хакима Колома. Но посчитали судьи, что не успел сработать ногами и на 100% закрыть траекторию движения для Алексея. О, какая работа Джамара Смита, почти перехватил. Здесь швед пытается получить, но работа Смита, который почти выгрызается за 9 секунд до конца этой атаки для своей команды владения. Уважаемые юные снайперы, смотрите, как надо отрабатывать в защите. А это ведь Джамар Смит, которого даже я, хоть я вот его фанат, я считал, что он однополярный, односторонний игрок, но какая работа великолепная. И вот он тоже понимает, что в финале и в Евролиге самая большая красота, туда надо стремиться. Он получает повреждение задней поверхности, он покидает площадку, выходит Рентон Локет. К сожалению, без Джамара. Значит, решающие броски достаются Колому. Если они будут, конечно. Пока нужна защита решающая. 8 секунд всего лишь. Швед получает. Вернее, от шведа по лицу получает Локет. Но легкие два. Мелвин Эджем. Дур перехватывает очередной мяч в этой ситуации. Дженкинс не спешит выносить мяч из-за лицевой линии для того, чтобы выполнять установку тренера Ханика. Против трех игроков смог перевести мяч через центральную линию. Снова идет сдваивание. Швед успел избавиться от мяча. И уже Дженкинс не стал рисковать. Что творится? 10 секунд на атаку. Дженкинс накручивает Эджема. Облетает защиту. Важнейшие для его команды 2 очка, которые прерывают сухую серию. Колом. Теперь уже нужно чудо от него. Сведение 3. Нет. И подбирает мяч Ханикат. И по сути тем самым ставит в этом сражении точку. Фолят уже на Дженкинсе. Это уже не так важно. Чарльз Дженкинс, кто бы мог подумать. Нет, не фолят, заступил он за лицевую линию, дают. Реакция Зубкова. Вот это понятно, да, что владение пока еще у Уникса. 6 очков, разница 8 секунд. Но, по-моему, вот от этой как раз вот этого броска Дженкинса все в шоке. Потому что кто от него-то мог ждать такой активности? Колом, сведение, что-то страшное. 3 штрафных, кстати. Да, и время-то еще 5 секунд. Это означает, что... Забрасываешь 3 штрафных броска, быстро фолишь или перехватываешь, и у тебя все шансы для того, чтобы перевести игру в овертайм. Это не 7 очков, это 6, и как раз на 2 атаки все шансы. Посмотрим, как работать будет сейчас Уникс в этой ситуации. Ну да, по логике забивать нужно все 3, и поднимается очень серьезный шум от желтых трибун. Зеленые трибуны молчат. Первый Колом уверенно в цель. Хоаким набирает сегодня уже 11 очков. При том, что, как правильно говорил Петр Буйницкий, у него было не все здорово. В течение первой половины матча долго он молчал. Попадал только Джамар Смит, набросавший 23. Колом второй тоже в цель. Разница становится всего лишь только 4. Ну и посмотрим, какую дальше работу будут применять подопечные Димитриса Привтиса в защите. Колом следующий. Томас внимателен, на всякий случай, чтобы не было подбора. И попадает Колом уверенно. Ну вот осталось времени 5 секунд. То есть номинально достаточно вынести мяч из-за лицевой и просто держать его в руках. Даже не обязательно отдавать передачу вторую. То есть спокойно держать его таким образом, чтобы у тебя его не выбили, чтобы на тебе свалили. Могут спорный дать, если правильно обхватить соперника. Ну, правильно надо и прятать этот мяч. Под майку? Ну, я потом покажу вам, коллега, как прячется мяч таким образом, чтобы до него никто не добрался. Ввели в итоге на Чарльза Дженкинса. И теперь, если Дженкинс забивает хотя бы один штрафной, он, видимо, уже ставит точку в этом противостоянии. Но Дженкинс уже свой самый важный бросок забил в той безнадежной ситуации, когда швед там уже в падении с мячом расставался. У Дженкинса оставалось 8 секунд. Он обыграл соперника на дриблинге, залез под кольцо, забил тяжелый мяч. И в итоге Уникс свой этот супер-рывок прекратил. Важнейшее попадание в исполнении 22 номера, который сегодня провел, в принципе, очень качественный матч. Хотя на счету его всего лишь только там 11 набранных очков.
Но тоже как бы только лишь. Второй лучший после шведа результат. Только лишь это второй, да, действительно игрок, который разменял 10 очков. Двузначный показатель на... Да, к сожалению, колено Джамара Смита серьезно пострадало. А нет, не Джамара Смита, а колено... Колено, похоже, Мелвина Эджема. Ну и последний бросок в этом сезоне, не в этом сезоне, вот в этом матче. Хоаким Колом не забивает. Со счетом 76-71 команда «Химок» выигрывает полуфинал, отправляется в финал против своего давнего знакомого ЦСКА. Будет биться разбор этого события сразу же в студии. И Никита Моргунов и Игорь Знаменский для вас работали. Никуда не уходите, студия продолжает работать. Обязательно, ведь этот баскетбол, друзья, высшие пробы.